Штормовое предупреждение всем судам. Всем судам, надвигается шторм. За последние 4 дня мы стали свидетелями поступков, потребовавших невероятной храбрости, силы и находчивости. Все австралийские службы продемонстрировали способность работать в условиях, возможных на данных широтах, независимо от времени года. К сожалению, подобным образом погодные условия сложились именно сейчас. На горизонте появляется еще один спасательный борт. Наконец, спасателям улыбается удача. Обнаружен спасательный плот с 4 яхтсменами. 70 яхт сошли с дистанции и не смогут завершить гонку в этом году. 45 продолжают борьбу. С 6 яхт эвакуировано 50 человек. 42 гражданскими, военными и полицейскими вертолетами, 6 рыбацким судном «Джозефин Джин» и 2 фрегатом австралийских ВМС «Ньюкасл». Вас понял. Подтверждаем, что один из спасательных вертолетов находится в получасе от вас. За ним вылетел второй. Вас понял, спасибо. Конец связи. Согласно последним данным, удалось обнаружить и поднять на борт живым одного члена экипажа яхты «Кингарра». Ведутся поиски члена экипажа яхты «Sword of Orion». Также обнаружен еще один спасательный плот. Всего с 2 плотов было поднято 6 из 9 яхтсменов судна «Уинстон Черчилль». 6 яхт в данный момент дрейфуют без своих экипажей. Это «Мини-Тинта», «Sword of Orion», «Бизнес-пост Наяд», «Уинстон Черчилль» и «Миднайт Спешл». Семьям яхтсменов Глина Чарльза с яхты «Sword of Orion», Брюса Гая и Филлис Кекса с яхты «Бизнес-пост Наяд» и членов экипажа яхты «Уинстон Черчилль» мы приносим наши глубокие соболезнования.